Тележурналистка известна своей борьбой за заштелеведущее. Тина Канделаки уже не в первый раз публикует фото своей спортивной фигуры в соцсетях, вызывая восхищение представителей обоего пола. Ранее она делилась рецептами здорового питания. Теперь же она пообещала поделиться секретами мотивации для достижения стройной и красивой фигуры. Известная телеведущая Тина Канделаки опубликовала в Instagram фото, где она в нижнем белье демонстрирует свою фигуру, в частности тренированный пресс. Также Канделаки рассказала, что почти каждый день занимается спортом, и поравну другому свою жизнь не мыслит. Она отметила, что многие подписчики восторгаются ею, сама же она решила поделиться мотивацией для поддержания формы со своими фанатами. Она предложила своим подписчикам вывешивать фото и видео своих тренировок, и подписывать их особым хэштегом «Решетка занимаюсь подчеркивание с подчеркивание Канделаки». Пользователи сети выразили восхищение фигурой Канделаки. «Стройняшка, красивая фигура, острый ум, грамотная речь. Красотка, вы само совершенство, восхищаюсь вами», пишут Тине мужчины и женщины. Пользователи отмечают, что для поддержания своей фигуры нужна железная дисциплина, и Канделаки с этим отлично справляется. Кто-то и вовсе отметил, что на фото Канделаки выглядит на 19 лет. «Очень нравится ваша фигура. Хочу такую же», пишут с белой завистью женщины.